На Ивенькии сгорел двухэтажный многоквартирный дом. Все произошло в поселке Байкит. В воскресенье вечером пожар начался в квартире на втором этаже. Огонь быстро перекинулся на кровлю и спустя несколько минут полыхало все брусовое здание. В доме жили 25 человек, пятеро из них дети. Спасатели быстро всех эвакуировали. От мест в пункте временного размещения люди отказались. Они разъехались по родственникам. Дом несколько часов тушили более двух десятков пожарных. Причиной возгорания, скорее всего, стало замыкание проводки.